Привет, друзья! Сегодня я готовлю блюдо, попробовав которое однажды, вся моя семья влюбилась в него раз и навсегда. Это, пожалуй, самый быстрый, самый легкий, самый вкусный рецепт нута с карри. Сливаем жидкость из баночки с нутом и отставляем в сторону. Она нам еще пригодится. Открываем банку с томатами. Нарезаем лук и чеснок. В сковородку наливаем масло и тушим лук на среднем огне примерно 5-7 минут. Добавляем чеснок и тушим еще 3-4 минутки. Пришла очередь помидоров. Перемешиваем с луком, накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 5-7 минут до мягкости помидоров. Добавляем томатную пасту, порошок карри. Добавляем горох нут. Добавляю жидкость, которая была в баночке с нутом, соль и красный перец с хлопьями. Все перемешиваю, накрываю крышкой и тушу на медленном огне 5-7 минут, чтобы нут стал немножко мягче. Наше блюдо практически готово. В конце добавляем шпинат и доводим до мягкости минутки 3 под крышкой. Я всегда добавляю чуть-чуть сахарку на вкус. Это не обязательно, но сахаром блюдо вкуснее. Чтобы вкусной подливки было побольше, я добавляю в конце еще жидкость, которая была в баночке с нутом. Все перемешиваю, и блюдо готово. Подают это блюдо с рисом. Вкусное, ароматное, сытное блюдо отлично заменяет мясо. Одно из любимых в моей семье, всегда готовлю тройную порцию. С тех пор, как попробовали впервые, оно прочно вошло в наш рацион. И всем друзьям и знакомым, кто пробовал его, это блюдо очень нравится. Попробуйте и вы и поделитесь своим мнением. Приятного аппетита, кушайте с удовольствием, будьте здоровы, подписывайтесь, ставьте лайки. Вам не трудно, а мне будет приятно.